прошлых обзорах мы уже рассказывали вам о самых интересных музеях Пермского края, таких как музей соли в Соликамске и музей ложки в Нытве. Сегодня продолжим путешествие по самым необычным экспозициям районных музеев. В Березняках есть единственный в России музей березы. Здесь собраны самые разные экспонаты, так или иначе связанные с этим деревом. Туеса, корзины, книги, репродукции великих художников, географическая карта с указателями всех названий, связанных с березой. Здесь же, в музее, можно приобрести необычные вещи, сделанные народными умельцами. Например, березовые стельки для обуви или чехлы для телефонов. Музей каски в Лысьве. Его экспозиция позволяет познакомиться со всемирной историей солдатской каски. От шлемов древних греков до пробковых английских, использовавшихся в колониальных войнах. Посетители могут увидеть и даже примерить подлинные образцы. Значимую часть коллекции составляют каски, изготовленные Лысьвинским металлургическим заводом. В годы Великой Отечественной он был единственным производителем солдатской каски. А в Краснокамске загляните в музей-коммунальную квартиру. Здесь вы окунетесь в быт советского общества. Каждая комната соответствует разным временным промежуткам. Первая – это 30-е и 40-е, следующая – 50-е и так далее. А также прихожая и место раздора, сплетен и диссидентских разговоров в любой коммунальной квартире – кухня. Расположился музей в первом каменном доме Краснокамска, который в ту пору называли 205-квартирным. Интересное рядом. Обратите внимание.